В Большом театре скоро премьера оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок». Это уже шестая по счету версия «Золотого петушка». На этот раз за постановку взялся режиссер Кирилл Серебренников. Дирижировать оперы будет Василий Синайский. Нынешний «Золотой петушок» поставлен в жанре острого политического памфлета и совсем не похож на детскую сказку. Серебренников поставил оперу для взрослых, где есть место и любви, и власти. По его собственному утверждению, у него получился рассказ про плохих людей для людей хороших. Жанр сказка для детей и сказка для взрослых, мне кажется, они принципиально отличаются. Так сказать, мне кажется, мне хотелось бы, чтобы зритель почувствовал юмор и иронию, которая есть и в постановке, которая заложена в либретто Бельского и в музыке Римского-Корсакова. Мы ее пытались какими-то сценическими средствами выразить. Оценить оригинальную интерпретацию «Золотого петушка» поклонники этого жанра смогут уже завтра, 19 июня, на сцене Большого театра.